Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota Harrier 2020 года выпуска, рестайлинг, в кузове ЗСУ 60, объем двигателя 2 литра, двигатель 3ZR, 151 лошадиная сила, передний привод. Цвет снежная королева перламутр, код краски 070. Максимальная комплектация салона премиум металл and leather package. Дорогая LED-оптика, 4 линзы, бегающие поворотники, ходовые огни, дополнительно дневные ходовые огни. От комплектации премиум и выше устанавливаются вертикальные диодные штатные туманки. Штатные парктроники сонары передние. Темная решетка опциональная. Оригинальные 18-литые диски в пепельном цвете. Без бордюрок, целенькие. Так, установлена штатная японская резина Bridgestone. Первичной комплектации 2020 года. Японская с хорошим остатком. Подсветка в ушах, штатные оригинальные ветровики, молдинги дверей, хромированные ручки, задняя полусфера остекления затонирована, плавничок, темный спойлер, задние штатные парктроники сонары, штатная камера заднего хода вида обзора. Два ключа и мобилайзера. Бесключевой доступ. Автоматическое складывание зеркал. Полностью темный кожаный перфорированный салон. В идеальном состоянии. Накладки на порогах, модельные коврики, электропривод обоих сидений, отличительная особенность максимальной комплектации Metal and Leather Package, память водительского сидения на два положения, электропривод пятой двери багажника, электроручник, старт-стоп, ай-стоп, ТРК антиюз, курсовая устойчивость, адаптивно дальний ближний. Кожаный мультируль в отличном состоянии с косточкой. Электропривод руля, память руля. Пробег оригинальный 51 527 километров. Круиз-контроль, радарный круиз-контроль, контроль полосы, управление бортовым компьютером. Управление медиа hands-free. Прикуриватель дополнительный. Выдвижной кожаный подлокотник. Подстаканники. Раздельный климат-контроль, ионизатор воздуха, подогрев и вентиляция передних сидений. Подогрев зеркал. Штатная 9-дюймовая мультимедиа. 68-я модель свежая. Многоформатная. SD-карту читает. Bluetooth, DVD, CD. Камера заднего хода с траекторией движения, динамические статические линии. Опускание полутень зеркал при включении задней передачи. Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, диодная подсветка по салону, дорогой двойной видеорегистратор,
японские. Черный потолок. Прокладки с подсветкой, повторюсь. На порогах. Задний ряд регулируется по наклону. Складывается почти в ровный пол. Так. Подлокотник с подстаканниками для задних пассажиров. Модельный коврик в багажнике. Не затертый багажник. Ремкомплект. Вторая камера видеорегистратора. Доводчик багажника. Повторюсь, электропривод пассажирского сиденья только у максимальных комплектаций. Штатные инструкции, техосмотры, сервисные книжки, аукционный лист TA, дилерский тойотовский аукцион, 13 мая, дата торгов, номер лота 80, номер кузова ЗСУ 60-019-46-75. Сравнивайте, проверяйте. Честный аукционный автомобиль, статистика есть, статистика открыта, легко находится, как по лоту, так и по кузову. 4,5 балла, Б-кузов, Б-салон, 20-й чистый год, второй месяц регистрации, пробег оригинальный, 51 481 км по Японии. Премиум металл, and leather package, комплектация, первый раз на аукцион от собственника выставлялся автомобиль. По кузову незначительные царапинки по бамперам, по лобовому царапинки от дворников, маленькая мятинка на двери, незаметная. Царапинка на литье. В идеальном состоянии автомобиль свежий, 20-го года, повторюсь, в максимальной комплектации. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону, закрепленному в шапке профиля. Пишите, звоните, проконсультируем, подскажем. Смотрите карточку продавца. В наличии есть и другие модификации комплектации данной модели. Вся информация по телефону. Всем спасибо за внимание.